вчерашняя встреча. Пришлось рижанам догонять нижегородцев. Уступали они 1-3. Ну, здесь интересный план без участия первого звена рижан. И гол! Счет в матче открыт! Хетонен подключился к атаке, бросил и попал в девятку. Обратили внимание вы? От синей линии рванул, прочувствовал эпизод. И если это произойдет, прошу не упрекать участников матча. Бросает Косса. Встреча. Шайба Горбунов. И неужели шайба так и не влетела в ворота Ючерца? Что случилось? Шайба заброшена, пока Хетонен ехал за клюшкой. Вот такой интересный эпизод. Стями. Он начал атаку. Бросок и добивание. Такое впечатление, что Ючерс. Хороший силовой прием. Еще одно повреждение. Петров требует справедливости. Смотрим, что же произошло. Петров жестко встретил Мею, а потом получил от него удар клюшкой по лицу, на который... Карсонс на Спрукса. Коваль в ближнем бою выигрывает. Заполнить образовавшуюся нишу. И сейчас момент очень хороший. Создают гости. Крикуном бросал по воротам рижан. И шайба побывала в воротах Динамо. Торнберг. Отличилась. Неудачный выброс шайбы. Крикунов мгновенно воспользовался ошибкой. И переадресовал шайбу Торнбергу. Высокой позиции в посеве на втором месте. Оказалась команда Явлина. Обладает экстрасенсорными способностями. Ой-ля-ля! Четвертая шайба. Курью бросил из-за левого круга. Что Вилош Бош это не талантливый специалист, что это не надежда европейского футбола. А в противофазе находились у рижан. Видите, одной стычкой не обошлось. Более серьезное выяснение отношений. Малько получил отложенный штраф. Ага, Коваль бежал на скамейку, и вот здесь произошел еще. Варнаков при помощи своих товарищей шайбу отвоевал. Досталось Нильсону. Нет, рижане бросили играть. Да нет, не поверю я в это. Они постараются обязательно забросить шайбу престижа. Романовский. Давайте крупным планом разберемся. Вот был силовой прием, который применил Романовский. Упал. И упал он неудачно. Вот такой диагноз. Хоккеиста рижского «Динамо», то есть действует позиционно и идет в коллективный отбор. Куча мала! Лайнсмены разнимают. Это слишком красиво, чтобы быть правдой.
Курьезный эпизод. Борьба, падение. Объективно говоря. Они не конкурентоспособны в Кубке Гагарина. С другой стороны, местные болельщики должны быть благодарны Хану Йортике за то, что он изменил психологию коллектива. А в нашем матче есть серьезные изменения. Не в психологии, но в нас. Даже в такой игре, которая складывается идеально. Угол был острый. Угаров тяжело поразить ворота. Марио Лемье очень любил острые углы. Правда, он у нас... Момент! Бросок! Выручает Коваль. На перекладину облокотился Коваль, осознавая, что шайба находится у товарища по команде. А сейчас, может быть, еще и драку мы увидим. Петров улыбается и показывает на табло. Ребята, мы сегодня сильнее вас. Мы дважды победили вас крупным счетом, а вы нас дважды, но в овертаймах. Итак, я хочу вам напомнить, кто...